удивись. Мне нужно ответить. Разговариваем, понимаешь, в чем дело? Не понимаю. Понимаешь, да. Я понимаю. Я просто пьян забил уже давно. Ну, ты у тебя терпения хватает. Крис, это в твоей башке. Ты должна понять, что Артема слова это не ноль. Он должен с тобой разговаривать серьезно, на полном серьезе. Слова что Артема... ты цокаешь? Смотри, ты говоришь, слова Артема не ноль. А я же не говорю, что его слова ноль. Да я говорю, что если я думаю по-другому, это неплохо и нехорошо.